У нас командир полка нашего, он, к которому прикомандированы, 503-му полку, он вообще чебаркульский, у него позывной Челяба. Вот он пацанов отправил, там что-то было, 120 человек, отправил в деревню какую-то, в Щербаки, что ли, короче, на разведку. То есть с дрона залетели, с дрона посмотрели, никого нет, в деревню зашли, пацаны, 120 человек положили. Короче, тут ребята работают вообще конкретно. Вроде должно быть у нас наступление долгое по нам. Они сейчас хотят на 24 февраля долбануть их, ровно год войне. Они хотят по Киеву пару ракет сделать, чтобы так, чтобы они, короче, обосрались и все, и назад сдали. Ну, походу, такого не будет. От нас по правую сторону буквально метров, наверное, 300 стоял Т-90 маскированный. Скинули на него. Дрон подлетел, три дрона подлетели, территорию осмотрели. Мы еще стояли, смотрели этих дронов. Посмотрели, посмотрели, ага. Раз и вызываем. Типа, чьи дроны? Не наши. Мы давай по ним стрелять. Один дрон подлетает, просто гранату кидает на танк. Как башня, как рвануло, блядь. На 20 метров вверх отлетела башня, только у него Т-90. И в сторону ушла. И там такая дыра была. Т-90, говорят, броня непробиваема. Ага, разлетелась в клочья, нахуй, эта броня, блядь. Я говорю, у нас технику всю старую расконсервируют, у нас нет новой техники. У них работают хаймерсы, у них все работает. У нас нет ничего такого, вообще нету.